Конечно, сталкивался. У нас все решается через взятки. И это не секрет. Прокатитесь, пожалуйста, пообщайтесь с сотрудником ГИБДД. Ну как это, ну реально поборы. Такие абсолютно открытые. Вот. Возможно ли искоренить полностью коррупцию, но. Ну, знаете, она была всегда, во все времена. Есть и, думаю, будет. Тут вопрос в степени коррупции, коррумпированности. Но, насколько я знаю, многие сейчас боятся брать, потому что наше правительство ведет с этим борьбу. Вот. И, то есть, стали брать меньше, осторожнее. Но зато, наверное, больше по деньгам, потому что опасность больше.